Вот все тут. Кварцевая жила с малиной. Ну-ка, сравним. Надо сказать, лесная малина гораздо вкуснее садовой. Пусть та и крупнее, но насчет аромата никаких вопросов. Так, некогда снимать, есть надо. Так, кого-то шмякнуло, одни пюрышки остались. Так, Володь, показывай на камеру. Не буду, да тут нечего показывать. А что ты показываешь? Вот, главное, глина занорная. На. Вот. Клад. Так. Хорошо. Давай. Так, ну-ка давай показывай. Давай, как Федя, ты... давай. Никогда вот в глине не видела, много слышала? Нет, я... Надо, вон они. Мыть надо, там такие же, там побольше чуть-чуть. Но мыть надо, воды-то нет. Ну, покажи вот этот красивый сиреневый-то, вот этот. Вот он, да? Вот это, да? Тоже вот он. Ну. Клад. Сокровище. Да поехали куда-нибудь, я тебе говорю, давай съездим. Некогда, надо... Такой же старый. Надо варенье сварить. Покажи, какого цвета. А крупные это были? С мешком из кармана. Только начал. А, так разборка за мной, что только началась. А у него что, другой Володя? А я в жилу просто встал на удачу. А ко мне не ходи, тут ничего нету. Где ты, хозяйка? Вон. А, вот. Выползай давай на камеру. Вот хозяйка. Опа. Ну сиди там, там прохладно, хорошо. Надо какой-то запечатлеть момент. Вон они, так только их плохо, Володь. Вот если убрать сейчас вот это, они опять падут. Так они сверху, что ли? Они упадут. Вот сверху, видишь, вот. Нашли жилу, хорошо. Вот. Поддерновики. Вот это зачетная жила. Покажите вот кристаллик один. Вот она идет. Вот поддерновики. Ну ладно. Да? Покажите. Кристалл. Это что ли? Ну, нормально. Цвет вообще шикарный. Дай сюда на камеру сначала. На. Ты каким мне боком показываешь? Каким надо? На просвет, на солнышко. Каким я тебе должен боком показывать?